ровный гул рабочего цеха. Для кого-то он привычен, даже необходим. Для других это всего лишь шум, незнакомый и раздражающий. Но придет на учебный участок новенькая, запустит сама швейную машинку, узнает секреты профессии и станет ей понятен ритм трудовой жизни цеха. Помочь школьникам узнать, полюбить рабочие профессии стараются на Астраханском трикотажном комбинате. С этой целью и создан учебный участок, где овладевают специальностями более 300 учащихся 9-10 классов. Вместе с профессиональными знаниями закладываются и основы рабочего характера. Иначе не пришли бы на комбинат вчерашние школьницы, выпускницы участка. Решили на комбинате возродить и старые хорошие традиции. Были когда-то мужчины ткачи, прядильщики. Сейчас здесь обучаются 36 мальчиков. Для них даже придумано новое название профессии – оператор ленточных машин. Приходят школьницы на комбинат. Сначала на экскурсию, знакомятся с производством, с техникой. Потом начинают здесь учиться, получают вместе с аттестатом зрелости и такой документ. И для кого-то становится комбинат судьбой.